Вижу вмятину, не могу пройти мимо. Вот такая вмятина. Сейчас будем пробовать выпрямлять с помощью ПДР в домашних условиях. Так, вмятину помыли. Теперь берем обычную пластиковую бутылку. Или же нет, нужно обязательно использовать бутылку из-под спрайта. Иначе у вас ничего не получится. Берем термоклей. Наносим клей. И приклеиваем. Ждем, пока клей застынет. Так как на улице температура воздуха где-то 30 градусов, плюс машина стоит на солнце, плюс то, что она черная, черный металл нагревается быстрее, клей будет долго застывать, поэтому будем охлаждать с помощью воды. Протру вокруг, чтобы было лучше видно, выпрямится вмятина или нет. И пробуем тянуть. Вот так. Теперь вмятину выпрямили. Для того, чтобы снять клей, нам нужен спирт. Берем спирт. Так, шприц не помещается. Нальем в крышку. Можно, конечно, и туда сразу налить. И поливаем. Наш клей. Главное, чтобы он в том месте, где нам надо, отстал. Отстал. И теперь вытираем. В принципе, все выровнялось по сравнению с тем, что было. Вот так легко и просто с помощью бутылки и термоклея можно устранить вмятину. Вот так, если просмотреться на переломление, видно, небольшая вмятинка все-таки осталась именно по ребру. Сейчас буду пробовать ее как-то выпрямлять. Получилось, что вот здесь есть вмятинка, и вот здесь вот есть вмятинка. Именно само ребро жесткости вмят. Сейчас еще попробуем здесь выпрямить. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!